Всем привет, друзья, это канал Масолимп. В работе у нас Лада Ларгус. Автомобиль приехал к нам сделать жидкие подкрылки. Задняя арка у нас готова. Показываю, что у нас получилось. Видите, максимально обрабатываем поверхность металла арки. Обрабатываем мы поверхность пульверизатором. Толщина достигает 4 мм. Также данный компонент служит защитой металла от коррозии и ржавчины. Сейчас дадим немного времени, чтобы все подсохло, чтобы собрать подкрылок, установить колесо. Ну, а пока сохнет, мы клеим в подарок штатный подкрылок таким вот шумовибропоглотителем. Он двухкомпонентный, и черный это у нас вибропоглотитель, серый это у нас шумопоглотитель. Толщина его 4 мм. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!